отлично идет. Перекладывают бандита, и мне нужно доехать, осталось 3 километра. Дорогой друг, а перед тем, как посмотреть это видео, обязательно подпишись на мой канал. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами Юра, и сегодня мы будем играть в игры-гонки Need for Speed Hot Pursuit. Будем продолжать, но продолжать мы будем карьеру полицейского, потому что в прошлый раз мы были бандитами, теперь мы будем ездить на Mazda RX-8 и посмотрим, в принципе, на что она способна. Мы постоянно, практически всегда играли за гонщиков и убегали от полиции. Но сегодня правила немножко поменялись, и нам предложили стать полицейским, за что мы теперь обязаны наказывать этих бандитов, которые превышают скорость и нарушают правила дорожного движения. Ну что, погнали! Отличненько, уже едем. Всем подразделениям, у нас чрезвычайная ситуация в Мишен-Бич. Мишен-Бич, чрезвычайная ситуация. Один полицейский гонится за стадом гонщиков, которые хотят от него оторваться. Но мы должны Порше вот этого остановить. О, БМВ подрезали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ух, ребята, чуть не врезался в встречную машину. Как такое вообще возможно? Я же полицейский. Ой-ой-ой-ой. Неправильно вошел в дрифт. Мы столкнулись. Он получил несколько повреждений. Порше получил несколько повреждений. Да, я тебя сейчас арестую. Сколько можно? О! Её будет знать. Готово. Не думаю, что он еще нас потревожит. Конечно, он уже разбился. Его машина стоит миллионы, она уже разбита. Он уже нас не потревожит, это точно. Так, давай словим их, остальных гонщиков. Да на Мустанге. Мы столкнулись. Машина получила несколько повреждений. О, отлично, БМВ. Авария, все, ушел. Да, кто следующий? Вот это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как я так мог просто... Как так можно было врезаться? Ну что ж, давайте, быстрее, быстрее, быстрее. Погнали, 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 погнали. Да, включаем машину. Не хочет останавливаться. Машина все еще на ходу. О, ушел, ушел. Вау, вау, вау. Вот это классно. Вот это авария. Машина нарушителя остановлена. Прекрасно, поздравляю. Отлично. Мы арестовали всех преступников с вами, ребятки. Ну что ж, давайте посмотрим, что мы открыли нового. Так, это у нас офицер. Примите поздравления. Вы получили повышение. Отлично. Второй уровень. Курсант. А был первый уровень. Отлично, мы перешли на второй уровень полицейского. Получена новая машина полицейская. Круто. Порш Кайман С, ребята, полицейский Кайман. Как я его ждал. Все, ребята, я теперь на 65 тысяч долларов стоит такой Порш полицейский.
на котором мы, собственно, сейчас обязательно прокатимся, я так думаю. В SCPD при выполнении задания вы имеете полную поддержку командного центра. Для следующего задания одобрено применение перекрытия дороги. Перекрытие дороги перед целью и вами будет установлено по вашему запросу. Столкновение с заграждением нанесет объекту повреждение и снизит его скорость, давая возможность задержать его. Круто, отлично. Слышали, что сказали, ребят? А где же Porsche? Нет, на этой трассе Porsche нельзя использовать. Наверное, можно использовать на другой. О, вон там и Nissan, и такие крутые тачки. Ну что ж, ребят, мы ездили на RX-8. А я хочу покататься на вот таком форте. Ну что ж, погнали. Советы. Эмми работает за счет электромагнитного. Не, ну это я все знаю. Так, ну сколько же теперь здесь предстоит нам словить преступников? И что нам нужно сделать для того, чтобы они все убрались с дороги? Преследуй Dodge на Grand Ocean Road. Скорость более 240 км в час. Остановить его не удается. Центральная подтверждает начало перехвата. Перехватчик 1. На связи центральная. Разрешаю использование заграждения. Удачи. Ох, отлично, ребята. Форд едет так, как надо. Так, короче, в общем, задание такое. Нам нужно обязательно остановить этот Dodge, который едет больше, чем 240 км в час, как сказал патрульный. Нам нужно его, в принципе, остановить, чтобы он не нанес безопасность, чтобы он не нес опасности для города и всех его жителей. Нам нужно его арестовать. Да, скорость у него приличная. Еле-еле я догоняю его. Еле-еле. И это я уже еду 290, ребят. Посмотрите, на какой скорости он едет. О, вот это мы его... Вот это мы его ударили. Еще бы так разок ударить, и все. Самое главное нам его догнать, потому что у него двигатель мощный. Вау! Да как так, да? У него двигатель мощный, и очень сложно нам... Ох, еще раз. Ребята, я проскочил. Задержка. Отлично, мы его арестовали. Круто, 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 круто. Так, новая информация. Что мы получили? Получена новая машина. О, сейчас посмотрим. Nissan 370Z. Круто. Это такой же, как 350Z, только это 370. Вот это да, 2009 года 30 410 долларов стоит. Так, ну что у нас тут? Ого! Ребята, вот это Aston Martin. Созданная для очень ограниченного числа самых уважаемых клиентов, модель One 77 сочетает последние технологии и знаменитый дизайн Aston Martin и является... едва ли не самым вожделенным в мире автомобилем-произведением искусства. Aston Martin One 77 представляет собой сочетание особой формы искусства и последних технологических инноваций. 77 человек станут обладателями автомобиля. Они получат в награду все то, что является символом Aston Martin сегодня. Ну, это мы будем слушать уже в следующий раз. Это уже, пожалуй, совсем другая история. Нам нужно гнаться за гонщиками. Ребятки, это самое главное. Центральное всем подразделениям. Запрошено подкрепление на Lost Horse Road. Перехватчик вышел. Прекратить преследование. О, дрифт отлично заходит. Крутой автомобиль, ребят. Aston Martin.
Черт, идем так, как надо. Как по маслу. Самолеты летают. Так, короче, ребятки. Тихо-тихо, встречный идет. Перекладывают бандита, и мне нужно доехать. Осталось 3 километра. Что ж ты? Самолеты разлетались. 2 километра на серебро, отлично. Все. Получили серебряную медаль. Круто, 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 круто. Так, что у нас дальше? Получена новая машина. Информация. Ауди. О, ребята, полицейская Ауди. Вот это я мечтал о ней. 2011 года стоит 65 тысяч долларов. Вот это круто. Так, ну что ж. Давайте прокатимся здесь. Здесь у нас новые эти открыты. Ну, новых машин здесь только Nissan 370Z. Давайте его, собственно, и возьмем. Ночью, ребята, я буду ездить ночью. Вы представляете себе? Ночью намного сложнее ездить, чем днем. Сейчас посмотрим. На что мы способны? Это реагирование. Центральное, всем подразделениям запрошено подкрепление на Boulder Road. Все, надо... иду подкрепление, прием. Еще и дождь идет, ого. Всем подразделениям выйти на связь. Короче, через мне надо успеть приехать за время. Ого, Nissan тяжело не управлять, это он обычный в управлении. Он не управляет очень сложно, вот легкий дрифт, дождик идет, ничего, все хорошо, но мы должны не попасть в аварию, чтобы ехать на уровне дешевый порядок. Но нельзя, ребята, сталкиваться, потому что она забирает у нас время, нам уже забираем.
совсем еще немножко, ребятки. Так, дорогие друзья, хочу еще вам напомнить, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь, обязательно поставьте лайк на это видео и обязательно оставьте комментарий. Ребята, осталось нам 1,5 километра. И у нас времени... Ай-я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 й
У нас осталось времени очень мало. Буквально 15 секунд. Нам еще остался 1 километр. Реально машина. Реально очень сложная. Очень тяжело не поворачивать. Да, ребятки, мы успели на золото. Да? Да, отлично. Получена золотая медаль, ребята. Мы успели на золото. Круто. И мы задержали преступника. И мы открыли, наверное, какую-то новую машину. Да, дорогие друзья, открыли новую трассу. Так. Ну что ж, дорогие друзья, вы были на канале Вечное Детство. Этот выпуск подошел к концу. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте пальчик вверх и поставьте комментарий. До встречи, дорогие друзья.